ждешь SD4? Ну, не так, что прям жду, но посмотрю, когда выйдет. Не, нормальный сериал, но он не будет, ну, не мой любимый абсолютно. Что, сериал? Очень странные дела. Но он немного детсковат. Да-да, вот поэтому я его и не стал смотреть. Посмотрел там пару серий, типа, и что-то забил. Очень странные дела, хорошо, если первый сезон ты начал смотреть, по-моему, четвертая или пятая серия хорошо раскрывает и начинает интересно быть. Потому что я перетерпел. Как интернет, пинг чуть увеличился, но ни единого кадра не потерялось. Без потерь, как по мне, это поважнее будет. Потому что стенки я все равно не забираю. Опа, сзади меня. Или это Рофла? Вот они, на горе. Где? Вот на той горе, что в метку поставили? Сотку дал. Космонавт. Дал 47. А вы сюда не идете, да? Мне надо, чтобы поехал по нулю стрельбой, я тогда подниму. Я очень далеко. Ну, если вы по ним постреляете, я бегу и заберу их. Стреляю. Са. А, он они пушит меня. Пушить пошли. Ему в спину можешь ждать. Без армора один. Уронил его. Уронил он его, слышите, ребят? Его друг где? О, карась. А, надо... На мне, я понял. Я дал карась по белому. Убил карася. Изи. Чтоб больше танчил дальше. О, а чё ты фиолетовый? Меня... Суки, я же ел. Прямо возле нас. Да, я же. Может, ты меня рестнешь, Барс? 10 хп. 8. Быстрей. Подхватывай, не застраивайся! Спасибо. А все слышали, что он чуть не подавился? Павел. Иди, помогай. Без убийств не приходи. Погнали убивать. Где люди? На меня. Убил. Ну, я же просто изи. Отвлекающий форхедер. Изи. А я поужинал. Так, быстрее пошли в унитаз. Прыгнем быстрее в этот. Быстрее прыгаем. Во что тут прыгать надо? В мусорку или в жду? Не помните? В мусорку, по-моему. Вот сюда. Снайпу тебе надо? В унитаз. Или а, да там же не за лутом. А зачем ты в унитаз? Ну, тебе испытания нужно делать? Базу раскрыть. А вот в разных играх. Базу раскрыть. Получай, значит, смотрим. Полетели обратно. Да, даже полетел. Нам нужно к озеру идти, там поднять. У меня есть батут, я могу на ферму слетать резко, надеюсь, все. Да вы оттуда уйдете? Я да. На этом, на улучшалке, чуваки, вон бегут с квадом, все. Сейчас попробую, может, с кустов заберу снайпы кого-нибудь. Да как так? А, не, нормально, все. Думал, холостые патроны, не, нормально. А у вас нет ни у кого батута, проверьте, пожалуйста. Я нокнул. Гремлин, возьми аптеку, захилься сразу. Сразу прям запиваю сейчас. У меня нет батута. О, килл пришел. Барс, вот сюда вставляем. 20 дал. Барс. Давайте, ребят, мы их жизни им не даем. Заходите в зону. 45 дал. Последняя байма. Слева от тебя, Архангел. А белому сразу 4 дал. Подушите еще его сюда. А, сзади тебя, сзади. Сзади там еще один поднялся, да? У меня другой кто-то душит. На меня вообще не. Блин, ладно. Здесь патрончик. Ни хрена, на дробовике, если что, нет. Есть патрон на эмку? На эмку? Да. Там Игорь, было... сзади нашим помоги. 30 дал. 100 дал, 120. Это на клип, ребят. А мы клип, наверное, поднимаем. Вот патроны, смотри. Саня ушел. Я ушел. Там хилган, если есть, пострелять. Есть, есть кого-то перешел. Армор там какой-нибудь? У меня миники есть. У меня 2 души и 6 миники. Я бы взял. Патрики надо кому? 30 дал вот этому. Так, Барс, я иду за патронами. Я пустой. И немножко на снайпу. Все, пополам поделил. А это было не тебе, Сань? Ох, иди.
Хилган не появился. Очень много людей. Ой, хорош, блин, я только снайпу достал. Давай, давайте запушим их. Сань, у меня большая банка. 33 дал вот здесь. Сань, забей. Пожалуйста, спасибо. Спасибо. Взорвал. Вот тут чел строится, ему 33 дал. Одного я убил. У меня ресов 0. Просто вот 0, парни. Ко мне подойдешь, дам. Пошел сам. Бросьте, пожалуйста, мне резать. Я дал половину. Нормально. Надо сейвить его. Я без ресов, я до сих пор без ресов. Я под вами. Ты видишь, что есть. Хорошо. Меня убили, я под вами, забирай ресы. Да я сладости вы как бы. Тут нет ресов. Эвил забрал. Эвил забрал. Эвил, скинь, пожалуйста, ресов. У меня 0 ресов. Дай ресов, пожалуйста, Эвил. Умоляю, 0 ресов. Просто засейви нас. С нами часть ресов? Нет, ну, сотка. Это страйк. Это страйк. Тоже не можешь победить эту фигню. Дай ночь. Я метку не вижу. По что ее нету? Не ожидал такого ответа? Вот будто. Пару человек говорит. Меня обманули, здесь нет ничего. Так там и метки нету. А она здесь была прям. Я показался, она чуть левее была. Как ты делаешь? Смотря на вас, плакать хочется. В данный момент слезы наливаются. Блядь, все нормально. Танцы на победу падают все. Я просто армор еще с таким нашел и пистолет. Мне тоже. Блин, меня раскрыли. Помогаю тебе, Игорь. Он в унитаз прыгнул. Да, и у него 25. А, это бот. Я думаю, что так хорошо заходит по нему. Меня чел с ППшки с соседнего дома расстрелял. А, у Саши. А, это тоже бот. Да идите вы в жопу. Ну, у меня 40 секунд, если что. Так, мне нужна МК, блядь, дадите. Пойдет. Соседнику настроение. Сегодня настроение пососякать. Бывает. За хорошим дропом. Так и задумано, это... Это ниндзя. Это обман, обманный это ход. Это фейк был. Оп! Строится опасно. Сюрикен. Сюрикен, блин. Ну это скин переделанный этот. Незаметный да, сюрикен. Да, показываю один раз. Ты прям на машину встаешь, да? Не-не-не, надо машину. Не настолько, я так... Не слушаю их. Я вот. За колесиком. Как Дирао. Помнишь, он в этих в тильтах, короче, на машину. Да, 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 прям на машину становился. Сейчас мы их на пистолетах на серых раскидаем. Поддержи. Наверху. Ля. На мне. Видал? Конечно, видал. Я его убил. Я ему дал 2 раз 24. Нажмут, помогите. Я помогаю, как могу. Дудошу его. А, я упал. Я сам себя скинул. Сам себя скинул? Ну я просто прыгнул вниз, а ресов нет, пристроиться. Бежит вам один у вас. Правильно. На хайграунд. Он на хг, ресов 0. А, парни, вы где? У меня пистолет. Изи! Ну мощно мы. Самое главное, как я вас спас царски. Ты видел, как он пытался меня запушить, а я просто спрятался. Ты видел, как он пытался меня запушить, а я просто взял и спрятался. Нет, мужик. Там, вот сюда нет да, снайпы ни у кого? Я с пистолета стреляю. Думаю, это кто-то со снайпы дал? Или как я его... Как я его нокнул, я не понял. Стенку тут зажал. Там еще один файт. Оружие 0. О, тут батут. А где еще раз? Вот тут что? Да, вот здесь попался. Хэдшот. Саня, твой, разбирай просто, разбирай родненького, миниган. Там еще с РПГ. Внизу. 90 дом. Дал 23. Минус 90. Что-то не сказал, что это не свой. Назад отползай, пожалуйста. У нас типы в упоре. Там совсем упоре. Да, тут но... еще до упора. А, 0-6. Вы мне если прикроете огнем, я залечу. А у меня ресов нет прямо на них.
Минус 90 вот это. Мне залетает, ребят. Я ресов не хватит с ним. У вас есть у кого-то много ресов, чтобы я залетел? У меня могу дать. У меня мало. 120. Я скинул. Ну, погнали тогда пушечки. Ни патронов. У вас слева. Нокнул одного. Вот этого. Окей, я туда. Иди к нему. Помогаю. Лево. Да, слышь, слышь, иду. А где он? Блять, килл пришел, я подумал, я этого убил. Мне килл пришел, я подумал, что я этого убил. Не, я добил. Найс. Справа, справа тебя, справа тебя. А где дробовик? Слушай, извини, он прям вплотную возле тебя. А, вплотную. Нет, мы умрем, мы все умрем. Нет. Как же я не хочу умирать, а? На! Я в тебе вообще не сомневался. Вообще не сомневался. Ни секунды, я так и знал. Вот, вот тут вот точно не надо так делать. Было типово. Потому что я только на резках видел вот такой вот. И сейчас сюда раскидочка из 6 гранат. Ставлю на то, что даже хватит 2. Мне пишут в чатике. Ну бас. Я уверен, они именно таким голосом это писали. Перен тут не залутано. О, хорошо-то как. Был. Подождите. Нет, зона, зона, а убегайте. Убегайте, ребят, мы все труп. Вот она, вот он сейф, вот он сейф. Вот он, мой родной, вот он. Мы все мертвецы, я мертвец. В унитаз прыгайте. Прыгайте в унитаз, валите отсюда. Бросайте меня, не оборачивайтесь. Смокнул дома с майдана. Надо куда-то пройти в сейф. Он мне в лицо летит. О, да, лут, он. Лут пришел. Подсветил врагов. У нас проблемы здесь. Будь наверху лучше, у тебя позиция лучше, не спускайся. Да я тут в кустах, мне сейчас заебись. А мы подняться не сможем. Можешь скинуть с КГРСов хотя бы сотни, чтобы мы подняться попробовали. Я сейчас, короче, мы залетаем, полетели, залетаем. Ловите. В наглую. Не, не надо, не надо, не надо. Ага. У меня нет ресов. Ты помогать будешь? Держи, держи. Ой, Игорь, держи, 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 держи. Короче, меня не отпускают, пацаны, сори. Давай. Патрон на М-ку есть? Вампир собрать, главное, у него все есть. Тебя, по-моему, С4 раскидывают. Патрон на М-ку есть? Патрон на М-ку. 0 патрон на М-ку. Держи. Хорош. Что, я... У нас чуваки! Я не отдам. Нас в упоре, чил! Что происходит? Наш цель у вас видно. Ребят, я не отдам. Наш цель станет по барабану. Ой, блять, как же это хорошо. Ну, молодец. Я не отдал эндпоинты, я подпишу. Молодец, молодец, молодец. Ты 4. Бежит, бежит. По низу. У вас хорошая позиция. Сверху есть? Сверху есть, чувак. Сверху не вижу. В низине двое. Так, ладно, погнали. Пора выигрывать это говно. Вот тут, вот тут. Не, плохая идея, я ухожу. Я вниз. Я метку поставил, где двое. За деревом. Перебегает дальше. Он на самом КГ сидит. Он улетел на батуте. Улетел на батуте. Разве? Да-да-да, там я видел. Там еще есть. Там он еще строится едет над нами. Я ему дал много дал. Можем пока пройти, пока дал 70. Угу. Тут аптека, Игорь. Иду, а ресов сколько у тебя? 3000. 3000? А можно дать ресов? То и металл не могу поднять. Держи. Потом след подержишь? Да, вижу. Просто бежи. Бежи, я сейчас убью их, все хорошо. Жопу грызет зона. На пройти зону. У меня батут есть. Одному дал очень много. Это же не фуско. Игорь, это киберспорт? Лучше прыгай. Ёб, блин, писюля осталась. Ты посмотри, как я шикарно залез. О, боже мой. Вы видели, ребят, это было так, как хорошо. Я почти выиграл эту игру, ребят. Просто игра победителей была. У тебя нету батута? У меня тут такое пригретое место. Я... Так, скидываю ресурсы.
А, лол, меня даже не продамажило, точнее. Вот с РПГ вот этот мудло строится наверх, вот он. Вот еще одно мудло просто стреляет. Я понимаю, да. Так, я, наверное, не буду к ним идти. Не хочу им отдавать, тут у меня дохрена ресурсов. Саня, знаешь, команда А, это вы. Он тебя не видит, он тебя не видит. Он резает, нет? Ну. И пить он испугался твоих крутых киров. Ну, драпнул вообще. Просто не дожидаясь убежал. Ля. Идите, это Man Games. А как ты умер, Барс? Я одно не понял. О, я был без ресурсов, меня три раза скинули вниз, потому что я бежал за Игорем. Его не скинули? Ну хорошо. Я не захотел отдавать им поинты и заложил в себя C4. Ну я, чтобы тебе, короче, помочь, я тоже заложил на тебя C4. О, у тебя мини. Один в один! Слушай, так это и вообще легчайшая победа. Я убил его сквад весь. Слушай, ну MVP все равно я. Во-первых. Начнем с того, что... Давай я выиграю. А, давай. А потом будем разбираться правильно. Да. Ну согласись, тебе было бы совсем легко, если бы я Барсу коробку не разбил и его бы не убили. Ну вы вдвоем с Барсом тут бы сейчас слишком легко убили бы. Так. Опа. У него это... Отсоска. Прошу напомнить, ребят, с чего игра началась. Все трое откинулись, я один выжил, всех поднял. Началось все с этого. Потом все трое откинулись, я один выжил, всех поднял. Это какой-то нонсенс был. Изи, изи, ребят, просто легчайшее. Легчайшее. А теперь давай так, у меня, ребят, 7, у Игоря 5, Эвил 3, Барс 1. В принципе, я согласен. Отыграли на свой скилл. Да, я согласен. Нет.